Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это продолжение моей партии Зарин в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного продолжения просмотра. Хмер хорош в развитии, но его точно, видите, гнобят Кри и... Ага, это неизвестный игрок, там дальше есть. Засуха прошла. Следующим ходом, надеюсь, Мачу-Пикчу будет построено. Это следующим ходом надо будет смотреть районы. Так, о, у меня еще даже вообще одно очко не хватает всего лишь до золотого века. Не вышел там чувак в союзы, не вышел. Театралочка. Плюс 3. Угор. Знаете, надо театральные строить. Промышленная зона. Тут плюс 5. Знаете, надо промышленную строить. Дожду тут один ход. Еще можно отложить производство. А, он тут ради этого поста. Я выкуплю эту клетку. Вообще, я бы тут убрал медь. Тут явно хорошие районы сейчас в связи с чеченицей ставятся. Плюс 5 промышленная зона. Ну, я не знаю, он напал на Махенджо-Даро, если он будет его захватывать, он вроде как не имеет права этого делать. Так, нам тут еще бананы собрать. Рынок. Промышленная зона 4. 3-3-3. Театралочка. 4. Давайте вот тут промышленную зону. И в очередь сразу театралочку. Behind Cree. О, кажется, Кхмер идет в контратаку. Блин, лучше бы Александр вынес Кхмера, конечно.
О, бесплатную копию редкого ресурса. Это мне надо, наверное, отправить куда-то за этим. За янтарем. Ой, блин, тут у нас варвары лютуют. Да вообще юнитов каких-нибудь построить. А я построил две галеры или у меня одна только в итоге? Давайте тогда хотя бы оливки, что ли. Кхмер уже раздает города Александра. Опа, вот и селитра. Ее надо обработать. Еще селитра я и так уже получаю. Давайте пока порох подотложим. Выйдем в образование пока. Так, сколько ходов до конца эпохи? Сейчас один будет. Надо купить рабочих еще, пока они дешевле стоят. И купить караваны. У меня сейчас дополнительный появился. На рабочего не хватит денег. Ладно. Рынок. Ну тут давайте, наверное. Промышленную зону. Кампус я тут поставлю. В будущем. Оружейную построю в Равенне потом. Оп. Что-то я тут нашел. Йосемити, ага. Ну, как видите, я уже в золотом веке давным-давно. Наверное, даже и без чеченицы мог быть в золотом веке. Он вроде просто прокачивает юниты, не атакует особо. Махенджо-даро. Опять золотой век. Тут уже вольнодумство возьму. У
Надо бы, наверное, уже начинать армию строить и Кабул. Кабул захватить хотя бы. Ну, я тут бани могу построить. Почему бани мне культуру дают? От каждой культуры, от каждой соседней клетки? Хм. Ну, давайте в очередь поставим. Тем более, это довольство, жилье. Это все надо. Так, а что там с открытием гавани? О, слушайте, я этого ученого хочу. Тем более у нас Гонконг Сюзерен, который мне по проектам дает больше. У меня благодаря чеченице коммерческий район рядом с горами дает больше, чем рядом с рекой. Не знаю, какая там религия самая распространенная. Даосизм 6, индуизм. Индуизм. Против индуизма буду голосовать. Дальше. Плюс 5 к лояльности, но минус 20. Минус 5 к лояльности, но 20% к приросту. Да, давайте за себя. Мне кажется, у меня тут ни на что влияние. И 2 очка дипломатической победы, конечно же, я. Но не буду добавлять. Что-то я не думаю, что это как-то сильно. Ну, вот за индуизм, мне кажется, сейчас мы. Оно пройдет, и мы получим очки дипломатической победы. Да, индуизм. Рой прошло, миграционный договор Кхмера, и тут 2 очка. Ну вот дали мне 1 очко за... Так, дипломатия. Да, дали. Уже 4 очка у турка, между прочим. Здесь бани не очень. Я не хочу рис убирать. Поставлю сюда. В очередь. Вот тут, скорее всего, район какой-то будет еще у меня. Так, мастерская в Риме, театралочка. Ну, здесь плюс 3. Надо, конечно, сюда ставить. Но сначала для этого надо удалить там лес. Давайте, один заряд остался, и здесь я еще рабочего поставлю. Строитель, один ход. Так, Мокшу. У меня путиолы и кумы остались без. Давайте в путиолы. Путиолы медленно растут. Так, Лаквилей, рынок. Кампус. Плюс 3. Значит, строителя. В Равенне оружейную. Я куплю караван. Кхмер там, походу, выносит. Александра, слишком большая мощь.
Мне надо все-таки армию начинать строить для захвата Кабула. Сила 50. То есть надо мечников делать. Давайте мы тут... Что-то я не вижу тут союзов каких-то. Давайте лучше в наемников тогда пойдем. Где тут у нас легионы, которые у меня потом будут апаться в мушкетеров? Так, 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 надо оленей обработать, потому что они дают счастье от храма Артемиды. Надо в Кабул дорогу провести. Ну и, в принципе, потом Мапуче захватить, я думаю. Знаете, может, Магнуса поменяем местами с Амани? Там повырубаем. Блин, 4 хода до уменьшения жителей. Dude, you should use that scout to block his troop moves, not just sit around scouting my lands. Macedon, do you want to peace out? Like we are both gonna lose a lot of score and points because of. Only if we were friends afterwards. Yeah, we can be friends afterwards. I just need to let out my Kree friendship end, and that's it. Do you want it? I mean, I'm a better option than him. You are right now. You are. Okay, yep. I'll give you like 3 turns. So no, I'm not gonna I keep killing your units and shit. You know what I mean? No, I'm gonna back off. I'm not gonna attack your units here, but. Gonna, if I offer now, yeah, let's do it. Okay. How many more turns do you have? Холмы. 7. Равнина. And I'm gonna... Oh yeah, I'm so gonna... Да. By the way, I'm gonna resettle my city over here. Like, the one... You should settle I think the sheep or the woods, the one I took from you on the flatland, bottom of the horse. Yeah, I did it because of the barbarian encampment. I didn't have any units to defend the settler. Yeah, because you get the error score if you settle 2 to it. I know. Yeah. No worries. Так, ну мне юниты надо строить. I would put one more turn. Давайте вости тоже в очередь. Легионы. Now this just, давайте ставить cost me a lot. Юнитов ближнего моего. Вот так, плюс 50%. No, I had a lot of units. Because I saw you attacking Jerusalem, and I figured you would go at me. 97, so I prepared a lot of units. Yeah, you did well. I mean, I could not move out of my land for like the first 45 turns. I know. I saw it all. I mean, I didn't scout it with my scout, but I figured because I saw like all those 4 or 5 encampments. Yeah, that's crazy. Легион. Легион в очередь. Потом надо парочку... У меня куча селитры, в принципе. Хотя не так уж и куча. Селитра для апгрейда в порох и для апгрейда. By the way, I have civil service. Yeah, but yeah, we have to wait 7 turns for that. Yeah. I figured you had. Pause. Wait for spoon. Так, тут у нас паводок произошел. Раведу немножко расфигачило. Наверное, я еще не могу. Блин, еще и надо ремонтировать.
Военный лагерь. Ну, с другой стороны, немножко отложится открытие этих мушкетеров. Я думаю, что план такой. Мы захватываем Кабул и из Кабула на Пекун-мапу пойдем. Потому что тут как раз сложно пройти, а Пекун-мапа нормально. Так, здесь мы будем вырубать, когда Магнус приедет. Тут у нас черепашек надо обработать. Так, давайте время катапульты. Катапульты, потом легион, катапульты, легион. Вот так сделаем. Катапульты, легион. Типа даже не хочу пока деньги тратить на... Не буду я тут театральную площадь в ближайшее время ставить, поэтому смысл мне ее выкупать. Так, две галеры я так и не сделал, но все равно один ход открывается. Оливки. Я хотел проекты на ученого сделать. Еще, но сейчас мне, наверное, все-таки юнитов надо построить. Ну и чтоб там соседи как-то. Ну вот у Мапучи, конечно, 323. То есть, чтобы нападать на Мапучи, либо надо из Золотого века выйти, либо опережать его очень конкретно. Ну, Мапучи, вы видите, у него все плохо. И с наукой, и с культурой. Поэтому. Кабул вообще, кстати, легко берется даже вот этими юнитами. Я прям в него въехать могу. Так, тут я хотел что-то вырубить. Вот этот лес хотел. Не лес, а тропический. Тропический лес. Так, наемники пока отложим. Их ускорить надо. Пока средневековые ярмарки. Ну, то есть они так откроются, когда я 8 юнитов построю. Надо с кхмером об открытых границах договориться. Так, гавани я могу еще одного... Еще... Так, в Равенне продолжаем ремонтировать военный лагерь. Наверное, надо купить. Так, из Рима две и два из Аквилеи бегает. Давайте мы из Остии куда-нибудь отправим. Куплю здесь торговца. Я накоплю, видите, 77 монет. Я думаю, что я накоплю денег. Ну, контрфорс откроем. Давайте я Ракхмеру попрошу открытые границы уже. Что вообще по ресурсам у народа? Как минимум у Мапучи пока селитры нету. Sure thing, Alex. Sure thing. Вообще не вижу у него селитры. Так, он... Принял открытые границы. Пойдем искать последнего чувака. У нас тут один чувак постоянно вылетает, поэтому загрузили игру. Так, здесь продолжаю казармы ремонтировать. Так, опять к меру надо послать право прохода. А, блин, мы уже уходили этот ход. Купить караванчик. Слушай, я накоплю явно еще денег, а... В Устье надо производить. Ну и говорил, что Кабул тут легко берется, блин.
Нравится мне этот мечник. Надеюсь, он... Ну, он обычно к Джабалпуру уходит. Я, с другой стороны, я тут легион достраиваю. Так, вансы у нас... Spoon, did you denounce me? Гавань. Is that your AI? Yeah. You're not even near me. Интерфорс открою. It's like, that's a strange thing for a human to do. Я так понимаю, что Спун все-таки понимает правила, ведь он не будет, не захватывает Махенджо-Даро. Там, видимо, просто качает своих слоников. Так, ну... Давайте по городам пройдемся. Здесь рост есть, ничего не залочено. Здесь два хода до уменьшения. Да, ничего не сделать. Может передать какую-то клетку? А нечего. Так, здесь рост производства нормально. Рост... Так, сделаем. Здесь рост производства. Здесь чисто на производство надо поставить. Рост производства. Рост... Нет, вообще ничего не стоит. Может, Лян в кумы пересадить? Тут, по-моему, больше... Ну, я, правда, у меня еще Лян не прокачана, что для этого. Еще шлян можно прокачать на то, чтобы никак эти не влияли. Выбросы из... Так, золото. Давайте глянем, куда. К Мапуче, да? Ну, давайте, тем более. Наемники открылись. Это я 8 юнитов построил. Давайте в торговую республику пойдем дальше. Кстати, что там хотят? Гонконг полководца, Ереван, торговый путь, торговый путь. Полководца, кстати, нет, не скоро. Но мне, кстати, этот полководец и не нужен, он на средневековье работает, да? А, возрождение. Но все равно я не смогу видеть, что я смотреть буду. It's not the alliance there, Rome. Блин, мне Магнус вообще-то в Аквилею больше нужен, чем... Тут равнины сплошные, луга. Когда там можно строить... В меркантилизме, да? Надо в меркантилизм после торговой республики идти. Две каравеллы. Для ускорения картографии две гавани нужно. Гавань строится. Короче, мне надо и это строить все. Блин. Надо легион строить. Чё я амфитеатр? Тут надо обработать. Так, давайте вырубим. И этот пойдет обрабатывать селитру еще. Здесь промышленная зона 3. Театральная площадь 2. Кампус 3. А вот на этой клетке, все эту клетку передам Аквилее. Промышленная зона. И там 3, и тут 3. Более того, здесь 2 будет этих. Тут надо кампус, тут промышленную зону. Давайте промышленную зону. И потом сразу в очередь кампус.
Все-таки чеченица Мачу-Пикчу на этой карте очень классное чудо. Так, давайте вручную их двигать. Тут добавлю катапульту 3 хода, потом легион. После амфитеатра давайте катапульту быстрее построим. Надо Кабул быстрее просто захватывать. А, более того, мне надо бомбарды. 2 арбалетчика. То есть 2 лука надо создать. 3 лучника надо создать еще. Давайте это здесь, кстати, сделаем. 1, 2, 3. Можно, конечно, пойти этот лагерь забирать, но пускай им занимается индус. Так, пойдемте-ка. Сколько тут? 1 заряд? Нет, 2. Не, ну тут он может мрамор обработать, этим пойдем чай обработаем. Три хода до ускорения мушкетеров. Так, блин, картографию надо снять пока. И галеру надо купить, похоже. Так, картографию снимаем. Давайте потихоньку. Машиностроение один ход. Давайте замки один ход, потом машиностроение. Здесь галеру купим. С этой стороны. Так. Следующим ходом у нас откроются каравеллы. И я бы их апнул вообще. Где у меня плавает моя эта? Вот она. Мне надо их апнуть, потому что... И... То есть наемников уже надо поставить будет карточку. Магнуса в Аквилею. Ладно, он тут уже приехал. Давайте вырублю этот один лес. Дальше рынок. И Магнуса в Аквилею. А Виктора? Ну, вряд ли тут индус будет нападать. Ну, просто вряд ли. Давайте в Дуракарторум, потому что если я буду нападать на Кабул, мне там помогут бонус. Ну, если вдруг там Кабул будет гнобить меня. Ага, Кхмер на Кри стал нападать. You can have that wonder, Khmer. Radma. What, Yosemite? Yeah, I don't really want to settle on. I already have a wonder to settle on, that I settle. I'm good. Alright. All you, man. Так, обработаем мрамор. Thank you. Этот у нас чай. How long till? I think it's two turns. Македонец предлагает союз. I have to check. Экономически. Ну, почему нет? Давайте примем. Дипломатическая служба открылась. Меняем. Блин. А вот с чего я больше имею науки, интересно? С кампусов или... Так, открылись каравеллы. Торговая республика пошла открываться. 4 хода. Мне надо наемников поставить. Я не хочу эту карточку убирать. Наверное, я все-таки с коммерцией больше имею, поэтому
скидка в золоте на улучшение юнитов. Вот так сделаю. Сейчас посмотрим, сколько науки станет. Да, наверное, я угадал. Так, тут меняю на машиностроение пока. Здесь я не обработал здесь черепах, но тогда не буду обрабатывать. Commercial hub. Yeah, commercial hub and campuses. Yeah, I'll take that. Yeah, that's cool. Defender of the state. I'm like totally having to switch gears right now. It's kind of weird. Так, you're right there. Золото и один посол. Flood, right? Holy shit. Yep. But it's fine. Ладно, поставлю здесь на всякий случай лучника. Так, следующим ходом я ускорю машиностроение. 7 послов. Стоит ли куда-то отправлять? By the way, how many city states we can capture? One. So why Spoon capture two? It's Vilnius and. He destroyed it. He could put three cities. He destroyed. Yeah, sorry, Spoon. Sorry. He could put like three cities in that spot instead of what was there. Yeah, I see. То есть он. Я не посмотрел, я увидел просто, что город стоит, думал, он его захватил, он, оказывается, его уничтожил и поставил свой. Так, машиностроение завершено. Теперь мы делаем каравеллу, во-первых, это ускоряем исследование. И делаем двух арбалетов. Это ускоряем бомбарды. Yep. He doesn't have not have nothing, you know. Ooh, nice campuses, Rome. Holy fuck. Thanks. Very nice to look at. Is this a third era? Yeah, right. We're headed into the third, right? Not the second. Yeah, I think I'm gonna go for the dark here. How my games turned out. That first 40 turns, I was like the first 15 turns, 20 turns, I was on point. And then barbs just kept showing up. It's like, fuck. Fucked my whole game up. Так. See if I can salvage this. Yeah, I really honestly shouldn't award you. I kind of knew that, too. После этого. From just the turn timer that it was, Давайте пока не допечатано, нечем открывать. Yeah, maybe you should have waited открывать. A bit longer. Or just not done it at all, played Or not done it at all, yeah. Because I offered you a friendship in the beginning. Yeah, I didn't think barbs were gonna be that hairy though. The southern barbs really took me by surprise because they were pumping out those horse archers. Crazy. If I had gotten there like, you know, 10 turns earlier, it might have been a different story. Блин, надо тут еще этот вырубить. Yeah, так, yeah. Тут два. It would have been a different. Ладно, давайте пока тогда маяк строить. Этим вырублю right, тут, ну, для коммерческого района. Мастерская. Оружейное достроено. Бани? Давайте бани. Зарим бани надо везде построить. Они дают счастье. О, oh, what the fuck? What's that? I think I DC'd. Топ. У меня все юниты даже не ходили вроде как. Отлично. There you go. Так, сколько у меня легионов уже? Три воина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слушай, так может и хватит? Кто тут в Риме еще строится? Один легион, да?
кости. Два хода. Давайте тут не будем строить. Отменим легион. Да и, собственно, давайте порох открывать. В общем-то. Пора атаковать. Yeah, I'm fine with that. Macedonia, please move your scout. Sure. А, знаете что, я сейчас куплю там клетку и... Так, давайте на автомат поставлю. Куплю клетку вот эту сейчас, вырублю тут просто лес, вот и все. И вот легион будет готов. Тут, а тут у меня театральная площадь должна становиться. Норм. Все, все построено. Чаек. И пойдем тут вырубать. Так, каравеллы. Пошли исследовать. America, do you want any kind of ally? Торговые. Милли, I would not suggest, because he's also. Это можно убирать. Бонусы соседства. Кампуса плюс 2 к влиянию. Бонусы соседства театральной площади. Ну и давайте. You want help? Okay, okay. That's another ally that kind of. Так. Try to backstab. Do you want help? Forget about my offer for alliance. I'm gonna find a new ally. Oh shit! You're gonna let him roll away with this game and oh come on, Spoon. I don't know. I don't know, man. Так. Американец за индусом оказывается. Ничего себе. Вот он где прятался. Так, тут рынок я завершил. Давайте торговца построим. Вости после мастерской надо строить разведывательное управление. Так, тут ждем. В бомбарды выхода. Или, в принципе, я апну мушкетеров и можно уже атаковать Кабул. Пускай он убивается об меня своими лучниками и мечниками. Так, блин, нафига у меня тут стоит? Стоит легион до сих пор. Там какой-то ураган пошел. Так, пока еще ничего не убило, но... Юниты отсюда надо бы убирать. Так. Скидка стоит. Апаем. В ресурсах на 50%. Надо было бы поставить, конечно. Так, следующим ходом объявляем войну. Плюс 5 селитра накапливается. Так, давайте-ка мы не гуманизм, а что-нибудь на один ход. Теологию откроем. Мне надо еще и... Чтобы за ресурсы меньше. Я понимаю, что я сейчас потратил 10. Но у меня как капает плюс 5. Мне даже одной бомбарды, я думаю, хватит Кабул брать.
Давайте уже дамбу построим. Иначе тут мне будет постоянно... А, денег нет. Почему я здесь не могу дамбу построить? Непонятно. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!